Слепышев здорово увидел партнера на пятаке и не забивает Карнаухов из выгоднейшей позиции. Второй отличный момент Карнаухова в третьем периоде. Но не получается. Так, снова проброс. Снова нет возможности дать коммерческую паузу. И снова нет возможности у Локомотива поменяться. Партнер-то, да, Черепанова, Осипов сменился. Марченко достаточно свеженький на площадке. И нападающие тоже поменяться отчасти успели. А вот для Черепанова очень непростая смена получается. Длинная, причем там он еще пробежался в самом начале этой смены.